Янаульское телевидение Республики Башкортостан. Мы делаем новости, тематические программы, видеофильмы на трех языках – русском, башкирском и татарском. Мы постоянно находимся в поиске свежих, важных, интересных, актуальных тем, новых методов производства телевизионной продукции. Мы рассказываем прежде всего о людях, об их насущных проблемах, приоритетное направление деятельности, выпуск информационной программы «Новости», которая выходит в эфир по будням. В новостных сюжетах труженики села и нефтяники, врачи и педагоги, строители и коммунальщики. Нам понятны и близки герои из глубинки. К цикловым программам информационного характера относятся «Открытая студия», «Актуальное интервью», «Крупным планом», «Криминальная хроника», программа «Музыкальная открытка» — это добрые, задушевные поздравления юбиляров и именинников. Мы работаем в одной команде и удовлетворяем разнообразные интересы зрителя, как можно более оперативно, полно, интересно освещать жизнь района. Я с вами прощаюсь. До новых встреч.